Все верно. По просьбе моего друга Леона Кеннеди я прибыл сюда для расследования. О, да! Я вспомнил! Я все вспомнил! Все-таки эта заставка пропускается вот таким образом. Надо допройти все-таки эту игру. Попробую. Попробую до конца ее пройти.
даже не видел эту дверь. Я хочу посмотреть, что там было в локации. Поэтому нужно вернуться. А, здесь зомби. Сколько у меня патронов на дробовик, интересно. Ну, есть некоторое количество. Прикольная локация выглядит, кстати. Прикиньте эту игру дать арахнофобам каким-нибудь. Очень приятная локация, конечно, вот это было. С паучками. У меня мало здоровья, видимо. Надо как-то за ним следить. Отравлен, да? Если бы меня отравили, было бы это написано, скорее всего. Где комментарий от главного героя? Я продолжу искать внутри этого дома. Хорошо. Погнали.
Зомби спрятался или ребенок? Все-таки. А, ну эти дети. Не бойся, я тебя не трону. Где твой брат? Прошу, спасите его. Он сказал, что уехал к фабрике на вагоне. Фабрики? Он сказал, что через фабрику есть способ сбежать отсюда. Но там очень много страшных монстров. Если он пойдет туда, то его убьют. Что? Помогу, обещаю. Не плачь, Лили. Может, я и был плохим, но это было раньше. Я изменился. Я спасу этих детей, клянусь. Лили, спрячься здесь. Я найду твоего брата и вернусь за тобой. Я так понимаю, да? Я видел нескольких заключенных в игровых автоматах сегодня. У них у всех закрывались глаза. У одной девчонки даже текли слюни. Некоторые из ребят пристально смотрели на меня. Они все дергались, и от них пахло гноем. Как мне говорил отец и командор Винсент, они сильно отличаются от наших семей сотрудников Umbrella. Короче, это его отец. Отец сказал мне, что они привезли... Да, получается? Отец... Ну, главный герой. Отец сказал мне, что они привезли их на этот остров. И не будут воздействовать на них, чтобы они стали приличными людьми. Я думаю, это правильно. Я надеюсь, что они уже скоро станут хорошими ребятами. Так, погодите. Еще раз прочитаю. Описываются зомби. Я слышал, что командор Винсент убил всех ребят, что пытались убежать из тюрьмы. Я не понимаю, почему это случилось. Я знаю, что они хуже нас, но разве стоило убивать их всех? Разве и в это я верил? Я думал, что Umbrella и мой отец хотели помочь им, воздействуя на них. Почему он убил их? Город в полной панике. Монстры везде, они нападают на людей. Те сотрудники Umbrella, которые очень хорошо ко мне относились, внезапно
пытались схватить меня, и мне нужна помощь. Пожалуйста, кто-нибудь, спасите меня. Мой отец и моя мать превратились в монстров. Один из выживших сказал мне, что это командор Винсент превратил людей в монстров в этом городе. Так я не пойму, он отец его или нет? А, нет, наверное, нет все-таки. Просто его отец и этот главный герой, они занимались одним и тем же. Так. Теперь я не могу верить никому, я должен выжить и защитить мою сестру Лили. Все равно как, мы должны убежать из этого города вместе. Разобьется вот этот. А, или это как двери считается, я не помню. Зачем я в эту комнату зашел? За травой просто. Похоже, что да. Картина, кстати, криво висит. Может, ее сбить можно? Походу нужно выйти. Там, наверное, ворота эти открылись. Смотрим. Ну, это по-любому так. А что еще может быть? Игра такая довольно-таки продолжительная, мне казалось, она вообще быстро проходится. Yeah.
надо похилиться. Теперь вот точно нужно похилиться. Да блин, не промахивайся. Надоел. Он стреляет все время прям над врагом. Чуть-чуть мимо. Мостик нужен, ну лифт, типа, или как это назвать. Вот фуникулер, фуникулер нужно переместить. Почему я ни с чем не могу взаимодействовать? Конечно, просто 10 из 10.
сердце.
локация, конечно. Сюда тоже мог через разные локации, да, прийти.
в этом плане, конечно, игра прикольно сделана. Но душновато. Все равно. Я, блядь, в неё просто стреляю. Да идите нахуй. Ну, невозможно попасть. Здесь. Душновато вот, блядь. Сильно вот такие враги, по которым нужно очень четко стрелять. С этим управлением, конечно, охуеешь. С этим управлением, с ним просто вот даже ходить тяжело. Ну, блять, ну я в него выстрелил. Нельзя открыть. Ну, нужно вон там сбоку пройти, значит. Вот. Вот это и есть проход в лабораторию, да? Наверное. Thank you.
есть ощущение, что Глок-то лучше. Самый первый пистолет. Хотелось что-то в Resident Evil 4 еще поиграть. Хотя я его очень много раз проходил. Похоже на ставни с рубильником, но нет электричества. Сохраню здесь на всякий случай. Так, мне карточка, да, нужна? Кажется, здесь нужна ID-карта, чтобы открыть дверь. Какая-то ебака выпрыгнет. Сюда мне ключ, да, нужен. Похоже, что так. Закрыто, невозможно открыть. А где мне ключ тогда взять? Я где-то пропустил. Реактор не работает. Похоже, нужен диск включения. Здесь что ли лежит в этой комнате? Я, может, не заметил. We'll be right back.
блатные патроны. Это тот компьютер, который управляет аппаратами культивации. Разные растения выращиваются внутри. Здесь похоже отдел разведения животных. Да нет, не похоже на доту. На самом деле. Бля, я устал от этих дверей, если честно. Здесь тяжело. Эта игра — это настоящее испытание. Больше этого носить, я должен брать подопытных и отрезать им голову, чтобы получить части их мозга. Я делаю это снова и снова, день за днем. Это ужасно. У меня постоянно чувство вины. Это длится все время, даже когда я ложусь спать. Командор Винсент инструктировал нас. Не рассматривайте их как людей. Они всего лишь расходный материал, который нужен нам, чтобы создать тирана. Но это же нам приходится отрезать им голову. Я никогда не мог расценивать их как просто расходный материал. Они такие же люди, как и мы. Я спросил командора Винстона, как уменьшить их страдания, но он проигнорировал мой вопрос, сказав, что если использовать анестезию, то чистые бета-гетеры нон-зератонин получить не удастся, даже если это было приказом компании. Я не верю, что то, что мы делаем, этично. Я думаю, что когда я умру, то я попаду в самый страшный уголок ада. Хотя, может быть, я уже там нахожусь. Здесь расставлены разные химикалии. Интересно, что за эксперименты здесь проводились. Ты только что прочитал про эти эксперименты. Похоже на устройство, используемое для исследований бактерий. Хотя он, типа, вспоминает, наверное, он уже был командиром здесь. Интересно, сколько мне хилок. Ну, в принципе, есть что-то. Это хорошо. А, вот я диск чуть не пропустил. Вы получили диск активации. Растения вышли. Так, где этот диск? Он здесь вообще? Или он здесь не числится в этом инвентаре? Просто почитать. Это диск включения для реактора. А, ну все. Довольно-таки просто. Вашу эту суку. Ебать, я заспамил его. Так, блок, походу, реально хорош. Нихуя себе, он живучий. Я немного устал от этой игры, поэтому сохраняюсь. Не знаю. Ни
хочется много переигрывать, если я проиграю. Здесь игра, конечно, сложная. Реально сложная. Ну, типа, вроде идешь, стреляешь, ничего такого. Выдержать это не так просто. Такой приятный звук. Умирай. Ну или как сказать это по отношению к растению. Умирает ли оно по-настоящему? Не знаю. Ну типа да, скорее всего можно так выразиться. Так, я взял диск, значит мне туда нужно идти походу. От музыки еще немного устал от этого. Ёбаные зомбу. Надоели. Реактор не работает, похоже, нужен диск. Включение. Вы вставили диск. Включение. Класс. Боже, нет. Вашу сук, ебаный, блять, сори за маты, за такое количество. Электропитание стало снабжать фабрики на этом этаже. И тут как будто бы еще ключ какой-то можно включить, ну как поставить. Вернуть и все такое. Ты что, меня испугать хотел? Страшно только, когда я открываю дверь в этой игре. Опасный горячий трубопровод. Бегу тогда отсюда. Вот что страшно. Каждый раз открывать эти злоебучие двери. Блять, сколько я уже этих зомби убивал в этом месте. У меня там статистика уже, наверное, пиздец. 100 тысяч килов. Я уже устал даже жать выстрел. Здесь еще кнопка выстрела такая неудобная, пиздец. Наконец-то я открою этот секретный проход. Не узнаю, что там. Ура. Вы нажали на переключатель. Да. А, ну здесь растение. Я это помню, кстати. Но я многое помню. Аккуратно сейчас, чтобы они мне не продамажили.
мотля ебаная. Получаем. Вроде ученый, он не пишет. Вроде ученый, а вроде и не ученый. Хуй печеный. Васяка? Или кто здесь будет? Ёбаные двери. Я уже встал. Сильное растение. Судя по их окрасу. Хотя не очень сильно. Растение печь, значит. А можно вернуться? Нет, зачем я это проверил? Зачем? Нет, я не хочу. Смотрите, какой это яйц на полу. Освещение невероятного уровня. Биологическая тревога. Огненные заряды. Прекрасно. Теперь заходим в эту охуительную дверь. Локация, кстати, реально красиво нарисована. Выращивают монстров на этом острове. Но нет, я его убиваю всего лишь 1500-й раз. В 1050-й раз. Хорошо. К Магнуму? А нет, к ружью. Помогите! Лол! Лол? Держись!
Нет! Сука, ебать. Все-таки успела меня цапнуть. Зеленая хуета. Лот! Мне жаль. Прости меня. Лох. О чем ты говоришь? Сидор. Это не твоя вина. Это все из-за Винсента. Ну, то есть из-за меня. Из-за тебя? А о чем ты? Ты ведь детектив. Тебя зовут Арк Томпсон. Что? Серьезно? Не может быть. Я не Винсент? Тогда почему ты убегал от меня? Потому что я рассказал Винсенту о тебе. Здравствуйте, я Винсент. Я был направлен сюда для расследования. Рад знакомству, сэр. Я знал Винсента. Так что я понял, что ты самозванец, когда увидел тебя. Что? Шпион? Спасибо. Ты молодец, Лот. Получается, что я Арк, а не Винсент. Лот, можем ли мы как-нибудь покинуть этот остров? Отец говорил, что рядом есть железнодорожная станция. Станция? Я слышал, что она в подземке. Отлично, мы поедем на ней. Так, нужно найти Лили. Беги к ней, быстро. Встретимся на станции. Система самоуничтожения активирована. Этот остров будет уничтожен в течение 10 минут. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться. Сойду от этих заставок. Mm-hmm.
Все верно. По просьбе моего друга Леона Кеннеди я прибыл сюда для расследования. О, да! Я вспомнил! Я все вспомнил! Говори правду. Ты ведь шпион, не так ли? Я не Винсент, я Арк. Чтобы создать систему массового производства тиранов, абсолютно необходима большая инъекция чистого бета-гетеро-нонзеротонина в процессе культивации генов. Этот материал – один из элементов человеческого мозга. Было замечено, что в основном он производится слизистой оболочкой людей в поздний период формирования их вторичных половых признаков. Также медицинские данные показывают, что этот материал производится в качестве реакции на повышенное производство
норадреналина в мозгу человека. Норадреналин – это материал мозга, который производится, когда человек находится в состоянии сильного страха. Так как бета-гетерононсеротонин находится только в живом организме, его нельзя извлечь из мертвого мозга. Поэтому лучшим способом является вскрытие черепной коробки человека без использования анестезии. Это приведет к повышенному выделению норадреналина. Тогда слизистая оболочка должна быть немедленно извлечена. Винсент Голдман, командор фабрики тиранов на острове Шина. Кажется, выращенная здесь тварь готова к движению. Да, сейчас танцевать будет. От фабрики Сява М19 можно заряжать патронами магнума, так как ствол увеличен с 4 до 6 дюймов. М79 гранатомет, оружие, сделанное в Америке, совместимо с различными типами боеприпасов. Понятно. А ну это я читал. Кто? Поверить не могу, что ты еще не сдох. Ты человек. Ты должно быть лидер отряда чистильщиков, которых Амбрелла послала замести следы об инциденте. Неважно. У меня нет времени на твои жалкие игры. Я включил систему самоуничтожения. Острову придет конец с минуты на минуту. Сейчас на него что-то упадет. Адьос, Арк. Тиран вышел. Не может быть! Беги, чел. Что, я прям здесь могу с ним сражаться? Thank you.
Отлично. Идем дальше. Ёбаные двери. Как же их много в данной игре. Мистер! Садитесь в поезд! Живо! Хорошо, сейчас. Мистер! Психологический урон уже каждая эта дверь наносит. Залезайте в вертолет! Он все еще жив! Что у меня там есть?
сейчас я без магнума прошел, что ли? Обидно. Теперь я магну возьму. У меня патронов осталось много. Надо его пнуть, чтобы точно умер. Скорее! Мы спасены. Не может быть! Держитесь! Yeah.
Что теперь, мистер? Да, что теперь? Я не знаю. Но не волнуйтесь, топлива нам хватит еще надолго. Теперь полетели в Омск. Хэппи-энд. А в Омске там таких дохуя тиранов. О, отличный перевод. Жвил Сюрвайв Уфер GTA 33. Да, это мое любимое. Но перевод реально неплохо. А, это, блять, как я сразу не понял, это же и есть омский язык. Граиниц, я же щеги. Жзжцты, а и анимейшн тип. Чатскография. Чифзету два ржи. Щущты жены. А, блять, это вообще. Это же это. Казахский. Ирфграм. Щицежи Ариф. Шфия. Щущ. Ты же. Шфия. Блять. Ржецеф Риаинг. Срыжевы. Цащт. Миксы жиры. Жиглищен. Шицерит. Я живы. Мэлэфы им жит. Жам. Я не успеваю все читать. Слишком сложно. Пич ли ци ту. Ржец ще жить жмя. Чу. В конце, да. Ржищежичья. Хорошее слово. Охуеть, тут перевод еще круче. Теперь загрузить игру. Resident Evil Survivor. Смотрим, что это мне даст. Сложность или еще что-то. Моя голова болит, и я не могу ничего вспомнить.
Снова начинаем игру, да? Моя надежда — это пистолет. А чё, блядь? Подождите. Я вспомню, я выжил. Подождите, я попробую сейчас в меню выйти. У меня просто инвентарь с теми же вещами, да, сохранился. Так это наоборот пониженная сложность, если так подумать. Сброс игры. Но получается, средняя сложность — это максимальная сложность, что ли? Либо мне как-то по-особенному нужно игру пройти. Resident Давайте Evil. Еще раз сыграем. Survivor. В начале, по крайней мере, побегаю. Да у тебя, чел, теперь не только пистолет. У тебя там целый арсенал. Где? Где я? В пизде. В пизде я. Я ничего не помню. Кто я? Не оценил игру, кстати, данную. Могу сказать, что... Ну, игра достаточно хорошая. Ну, не прямо интересная, конечно, но прикольно все равно. Вот, для тех классических Resident Evil. Оригинальная. Частично. По-другому ощущается. Ты! Кажется, но мне знакома, но... душноватая. Но я ничего не помню. Арк Томпсон, да? Хоть я ничего и не помню, но мне кажется, что он не мертв. Что? В целом, короче, мне понравилась эта игра. Проходил бы и проходил ее на самом деле. А, я ключ не взял. Ну, то есть, играется в целом она прикольно. Похоже, я прошел эту игру на высокой сложности, значит, это просто перевод какой-то такой. Ну, либо реально она в оригинале средняя называется сложность, ну, то есть медиум. Но на самом деле это... Карп. Старые игры настолько суровые, что у них даже высокой сложности не было. То есть средняя считалась высокой. А сейчас вы, когда среднюю ставите, вы играете на ультра-легкой. Спасибо за ключ. Но спасибо за мат.
молодежные журналы. В общем, я запись закончу, сейчас сразу продолжу играть, но как бы заново запись врублю. Спасибо за просмотр, кто смотрел эту часть, кто в целом всю игру посмотрел. Благодарю и всего вам хорошего, интересного, там прекрасного в этот день или ночь уже. Буду еще благодарен, если поставите лайк на это видео. Пока.